Ты же знаете что-то? Нет. Понял. Ой, ёж. О, гранаты пошли. Да, можно и было. Одного минуса. Ты еще? Запинай так. Алекс. Алекс. Паша. Это тише. У меня патроны кончились. Я хотел выстрелить, но это говно мне просто такое нет. Это была тише вообще. А, не сегодня. За столбиком мыть. О, ползает под вагон. Ну я с Пичи рассказал, что под вагонами ползает. Месть кочегара за то, что он пытался тебя задавить. И почему? Я сейчас буду угорать, если они друг друга не заметят, уйдут в стороны разные.
А, он на этом, на склоне же на этом, да? Да-да-да. На лестнике. Просто смотрят разные стороны. О боже мой. Ну, Спитер, посмотри на... Посмотри. Назад, посмотри. Ну, Казигар что-то предположил. Да, он, по-моему, слышал. Что-то шорох. Казигар такой, что за хрень? Просто в разные стороны. О, побежал. Все. КГ с Питеру. О, где мне? О, все, началась война. Под вагоны. Под вагоны сразу, да. Непонятно, под вагоны. Че, по-любому полезет. Нет. Здесь же можно это завозить. А, он заныкаться хочет. Ну, зашкериться. А, или не хочет завозить. Ну, вообще-то хрень. И вагон. Как крысня. Щелочку нашел. Наконец-то. Щелочку нашел. Бля, я его сейчас убил, я что-то... Он да, не рубится. Ну вы это не смотрели, вообще, вы смотрели в разные стороны рядом с не, другим? Не, я по нему стрелял, я слышал, как пробежал. Не, вы там, этот, ты смотрел в сторону его, но он стоял с другой стороны этой. Насилие. Блин, надо было, как я показывал, крутиться. Такие моменты.